Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, забрали здесь, забрали там, сям. Сейчас меня интересует. Ну да. А, не, подожди, ребят. События еще есть. Блин, а там же две заходки еще, да? А времени... Подожди, нет? Одна заходка, друзья мои, одна заходка. Точно одна? Блин, если одна, то мы успеем сегодня пройти. Если же там две заходки, то нет, ребят. Опа-на, опа-на. Кто у нас тут? Ё-моё, и они все стражи. Ну, если выбирать, ребят, то надо вот этого валить в первую очередь. Эти у нас хоть и кислотники. Но я думаю, что я переживу на худой конец их удар. А вот удар вот этого будет для меня очень, ребята, опасен. Он сейчас делает... Ать. Эх, и что же мне делать? Ребята, мне надо хиляться. Мне надо хиляться, и желательно как можно быстрее. Блин, ты знаешь, чем пахнет? Пахнет тем, что сейчас будет какой-то супер удар. И, скорее всего, кислотный. Нам повезло, ребят. Нам очень крупно сейчас повезло, потому что он не стал делать. Но сделают сейчас. Блин, нам надо быстрее одного хотя бы запинать. А, все, мне уже ничего не страшно. Я захилял своих бойцов. Но он сейчас все равно вжарит. Да. Усыпил. Ну, противный какой, а это посмотри на него. А это, ребят, только первая волна. Угу. Так, нам надо его добить. Нам надо его добить, говорю. Так, на второй волне. Блин, два древоруба плюс пристеголовый. Ну что это, ребят? Ну как можно так вот сделать? Блин, смотри, раз, два, три. И вот этот, наверное, сейчас... Ауч! Барсику крышка, походу, дела. Выжил. Выжил. Из ума. Давай сделаем так. А теперь сюда. Они оба, они, ребята, абсолютно одинаковые. Что тот огнеплюй, что этот огнеплюй. Так что тут уже нет разницы, кого пинать. Да ты заколебал ты уже, а? У меня нету, ребят, я не могу ничего здесь сделать больше. Все, тю-тю. Финитушка. Прибыла. Барсик, до свидания. Я так и думал, что он его добьет. Паразит несчастный, а. На тебе. Так, ну что, добивка. И благо волна будет пройдена. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что нам здесь подсунут. Плод мудрости собственной персоны. Это неспроста. Друзья мои, это неспроста, потому что на халяву нам никогда ничего здесь не достается. Все время потом и кровью мы с собой зарабатываем эти все плюшки, которые потом тратятся буквально в одну секунду. Так, здесь у нас пак плеваки, да, главный приз. Да, приз главный пак плеваки. Так, ну что, два костолома. Блин, мне не нравится, ребята, мне не нравится, что здесь вот именно мы деремся против стражей. Почему меня это бесит? Ну, во-первых, их задолбаешься бомбить. Это раз. Во-вторых, меня раздражает, что здесь несколько волн. Это... Блин. Ну, давай так добьем уже его. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет разбег. Сейчас будет разбег и... Ну, конечно же. Конечно, моему маленькому барсику не повезло. А этот ханыга сейчас его будет бомбить. Смотри-ка, он переключился. Это нам дает небольшой шанс отыграть. Так, я, наверное, залечу все-таки нашего барсика, друзья. Потрачу, так сказать. Оу. О-оу. А вот это нежданчик. А вот это, друзья мои, нежданчик для меня. Тут и беззубик. Тут у нас и... Как ее звать-то там, я уже не помню.
Так, давай только без суперудара, пожалуйста. Без суперудара, без суперудара. Не надо, не надо, не надо. Бедный Барсик одувается за всех просто. А зачем я так сделал? Что-то сейчас будет плохое. Что-то будет, ребята, плохое сейчас будет. Фиг! Ты видел? Ты видел, что он сделал? Ну да, понятно, конечно. Но это, ребята, борзость. Это называется, друзья, борзость. Почему? Да потому что он с удара снес его. Просто с удара. И он, он намерен еще, ребята, повторить это. Ты понимаешь? Я ему не дам. А вот этого, у этого-то какой суперудар, а? Слушай, ну это борзость уже. Бомбят, блин, по два раза, а? Засраться, блин. Переживем ли мы? Вот в чем проблема-то. 4, 5 энергии, ребят. Сейчас что-то будет. А, у него хил. Ну, хил, я уж думаю, ничего страшного. Ну, это борзость. Особенно, как они поступили с Кривоклыком. Я уже даже боюсь представить, что дальше нас ожидает. Ребят. Вот серьезно говорю. Если здесь уже такие пошли, а это у нас был мини-босс, как ни крути. Так, раз, два, три. Да, мы как раз укладываемся, ребят, в это событие с вами. Все будет хорошо. Но там уже следующий. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здравствуйте, блин. Два кабана здоровых. Два буйвола пришли по мою... Не по мою, а по душеньку моих... Драконов. Маленьких. Да отвали ты нафиг, а, матриарх. Ай. Так, раз. Бам-бам. Думал, двоечки добьем, но нет. Так, ну этого в минус, да? В минус. Так, здесь. Вот так. Бам-бам. Что он сейчас делает? Промахнется. Такс. Ядрен Матрён. Опять он здесь, а? Он опять тут, а? Давай так же повторим. Кривоклык, не подведи. Ай, ну тебя. Подвел. Так, этот, ребята, усиление атаки сделал. Значит, сделаем с тобой так. Раз, два. Через хил убиваем матриарха. Плюс здесь наносит урон. Так, под усиленной атакой. Ну, конечно. Ох, везет нам, ребята, что они в последнее время... Ну, я думаю, что вы заметили, что в последнее время эти хламоны все промахиваются. Большинство из них. Причем на самых таких ответственных моментах. Ты заметил, да? Че, этот тоже усиливается? Нет, парень, так дело не пойдет. До свидания. А тут... Опа-на! Друзья мои, пак из серии испытаний. Нормально. Давно, кстати, давно не выпадал. Плюс выпадает нам ареновский пак с новичками. Так, дымодышащий, костолом, чудовище и все. Так, ну что, у нас еще один мини-босс впереди, ребят. Мини-босс, а потом уже будет босс. Зашибись, три кри... Ну, издевательство просто натурально. Три кревета, это только, ребят, первая волна. И это не боссы. Это обычные рядовые мобы. Но мне от этого не легче. Кто из них электрический, я не знаю, ребят. У них разные расцветки. Абсолютно разные расцветки. И кто из них чем бьет? Четыре энергии, серьезно? Понятно. Плохо. Плохо дело. И все в Барсика. Как всегда, все в Барсика летит, блин, а? Так, добиваем здесь, отлично. Так, друзья мои, нам надо будет сейчас обязательно вылечить нашего братка. Я надеюсь, это мне как-то поможет. Ну, а если боссы будут такие, прикинь? Твою налево. Жвастик. Так, ну здесь, наверное, все-таки... Блин. Я даже не знаю, что... Блин, да как быть-то лучше, а?
Давай, наверное, вот так вот. Вот так. И вот так. Он просто жевать любит, ребята. Он жует, блин, больно очень. Так, этот что делает у нас? Рогобой. Ну, может, завязывать будете-то, ребята, уже хорош, а? На одного напали, блин. Нашли. Нет, тут, ребят, надо лечить. Тут надо лечить. Иначе... Жди. Жди беды. Да. Он опять за свое, а? Ну, ты посмотри на них. Так, этого в минус. Этого добьем. Я не стал вешать, ребят, слепоту, потому что, ну, нет смысла никакого. Так, запинаем уже его. Бам-бам. И до свидания. Так, ребятули, смотрим. Выпадает нам. И не дотянул. Ну, как так-то? Ну, почему не два плода мудрости? Ну, почему какая-то фуфляндия постоянно выпадает, ребят? Ну, ладно, сконцентрировались. Сконцентрировались, собрали, как говорится, свою волю в кулак. Смотрим, ребята, что за босс. Так, значит, здесь сородич. Так, и два... Два водореза. Естественно, надо сородича валить. По возможности. Ну, водорезы-то тоже, блин, не лыком шиты. Так, ладно, от одного избавились. Сейчас будет суперудар, да? Нет? Пока живем. Но... Друзья, нам надо будет обязательно сейчас залечить раны. Тут пониженная броня. Ну, конечно. Блин, а там еще второй пойдет. Ёпарасоте. Не оставили мне выбора. Все, ребята, у меня нет плодов мудрости. Приплыли, называется. Давай так тогда сделаем. Тут через отхил. Нам надо будет как-то с тобой оставить фулл энергию для следующего поединка, потому что там надо будет обязательно, ребята, нам. Ладно, потратим здесь две. Добьем. Босс. Ага. Ага. Так, ребят, но босс тоже неприятный, если честно. Тут двое у нас тройных ударов. Так, неужели завалят, а? Они могут. Они могут. Они сейчас, наверное, так и сделают, ребята. Они скорее... Фью. Отлегло прям. Так, сюда. Хиляем срочно, ребят. Срочно надо захилять немножко нам кривоклыка. Ну, мне кажется, нам его... Нам его не спасти. Вот это добьет его. 100% тебе говорю. Хотя он не туда бил, но он его добил, ребят. Так, отхиливаемся. Нет, пройдем, пройдем мы этого босса. Тройной удар здесь. Надеюсь, ничего нам страшного не сделает. Фу, есть. Ну что, забираем свои древесины. Бревна. Нам другого не дадут. И, соответственно, забиваем пак плеваки. Давай, забирай его быстрее. Все, отправлено на почту. Так, Беззубик, что ты мне принес? О! Ребята, может же? Может, когда хочет. Да и когда не хочет, тоже может. Надо только немножко постараться, и все будет оки-доки. Так, кривоклык выпал. Ну что, мы его сразу же, ребят, сразу отправляем на следующее задание. Моментально. Шемин там просто, как говорится. Так, начать... Начать и закончить. Нам еще... Ой, нам еще дофига, ребят, надо. Нам еще тут... Знаешь, сколько... Что такое? Не пугай меня, я уже думал, там зависло что-то. Так, 20 рун. Ну, это лучше, чем тусклый янтарь, согласись. Так, ребят, здесь забрали. Сразу же его... Оп. За припасами отправляем. Так, а барсик-то у меня прокачался чуть-чуть. Я его хотел прокачать, ребят, на самом деле, до 90 уровня. Так, давай откроем паки. Так, серия испытаний. 200... Вот это я понимаю. Еще 120. Слушай, очень крутые, ребят, награды сейчас были. Очень крутые. Но этот костолом у нас есть. Тем не менее, я его размещу. Естественно, в ангар.
Я его здесь не оставлю, он нам тут даром не нужен. Слушай, этого парня надо прокачивать. Он, мы так запаримся с тобой просто-напросто собирать. Так, сейчас еще здесь глянем по-быстренькому. Ну, понятное дело, с такой маленькой полосочкой. Да ладно, серьезно, с первой попытки фартануло, просто, ребят, фартануло. Тут по-другому не назвать. Так, ну иди сюда, орешь там, я вижу, что ты орешь. Так, эмблемку он мне дал. Давай дальше, пускай идет искать. Так, секунду. Тут у нас что, рыбка? Тут древесинка. Так, древесинка, лети. Блин, обучать, не обучать? Пока не знаю, ребят. Так, здесь у нас 450. Пускай летит. Ты за рыбой. Ты за деревом. Так, мне нужен водорез, да? 2300. Да, ребята, водорез. Эх, копишь это железо, а потом бац. И в одну секунду его потратил. Поэтому барсика не получится сейчас, ребят, прокачать мне. Ну, потратился я сейчас только что. Эх, потратился. А, подожди. Не, получилось, друзья, получилось. Так, ну что, отправляем его в приключение. Пускай летит. Так, кривоклык, давай там не елози мне. Поговори там с кем-то. Но... 18 рун, я понял. Так, вообще приручение. Вообще приручение. Так, Йохан, у тебя там что? Ну-ка, показывай давай, колись. Дерево и все. Забрал я только дерево у него. Вперед. Вперед. Вперед из песней. Вперед, родные мои. Кони. Ты что тут загрустил? Руны принес мне. Ладно, тоже пойдет. Под пивасик. Побежал. Так, здесь. А болтус. Давай за рыбой. Зеленая смерть. С треской, как всегда, вечной. Трескоголовый этот. Этого за деревом отправим. А ты? Ну? Ну, друзья мои, тут уже выпал тусклый янтарь, все, тут уже, грубо говоря, можно забыть о какой-нибудь хорошей награде. Потому что тусклый янтарь, он все испортит. Абсолютно. Абсолютно все испортит. Так, давай тоже дуй. Погнал. 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 Так, погоди секундочку. Крылатый страж. Ну, гнильца, ну... можно было бы, ребята, отправить гнильца, причем... А он у нас, кстати, уже может... О, да. Он у нас уже, ребятушки, добывает рыбу. Гнилец-то. Гнилец-то оказался не гнилым, нифига. Так, ну что, забираем здесь. Пак-плеваки, ребят. Ну что это за награды? Вот, ну, я не знаю, ребят, как еще. Ну, дешевка. Пак-плеваки, блин, ну дешевка. Я потратил на него больше ресурсов, чем я получил. Понимаешь, в чем дело? Меня это прям корёбит. Если честно. Ну что это такое? По 37 миллионов рыбы и блестящий янтарь. Награда за то, что я потратил столько этих. Наград. Ой, наград этих. Восстановление сил и тому подобное. Он не окупился, ребят, вообще никак. Я и здесь тут столько же наград получаю с обычного пака. Скажем так. Но это несерьезно. Так, мне придется, ребята, возвращать нашего древоруба. Ой, фейерверка, ё-моё. Почему все время древорубом его называю? Ну, он похож на древоруба. Давай, лети.
принесешь лучше мне железо? Нехватка в организме железа, понимаешь? Так, здесь отправим. И здесь у нас... Да, тоже отправляем. Так, события, да, друзья мои? А, оно еще недоступно. Оно еще недоступно. Я думал, сейчас приступим, но нет. Оно еще, к сожалению, для меня закрыто. Так, где там у нас эти свечки? Свечка, свечечка, свеча. Растопи мою печаль. И прекрасно, и далеко сразу засветит в оконце. Что за чушь ты несешь, Рэй? Успокойся. Это потому что спать охота, ребят. Я уже не спал 7 часов. Че несу, яйца что ли? Ладно, давай тогда сюда, наверное, втюхаем. Все, втюхали. Ну что, друзья мои, вот на таком коротеньком видосике мы, наверное, сегодня и закончим. Но это не беда, потому что скоро мы увидимся с вами вновь и продолжим прокачивать наших дракончиков на нашем миленьком островке. Так что все, всем удачи и до новых скорых видосиков.